17 и 18 вересня открытый сусветный турнир по спортивных бальных танцах «Золотая рысь» сбере у палаца гульнявых видов спорту лепших танцоров с 13 краин близкого и далекого замежа. За першинство яны поспрачаются у двух конкурсных программах – латиноамериканской и европейской. Свои уникальные здольности удельники этих масштабных и видовищных споборнистов все это будут демонстрировать у 6 узростовых группах – дети, юниоры 1, юниоры 2, молодь, дорослые и сеньоры. Самыми юными представниками споборнистов станут хлопчики и девчонки в возрасте 4 годов, а наибольш досвеченными от 40 до 60. Судить конкурсные выступления будут члены журы с 13 краин свету. Это были и деющие танцоры, тренеры-профессионалы своей справы со шматгодовым стажем судейства за плячима. Плануется, что все лето открытый сусветный турнир по спортивных бальных танцах «Золотая рысь» сбирает у Гомеля каля 500 пар, треть их представники областного центра. В этом году у нас будет чемпионат очень высокого рейтинга World Open. Что это означает? Более высокий статус после этого только чемпионат мира и Европы. Поэтому мы ожидаем хороший очень состав танцевальных пар. К нам заявились пары, которые входят в лучшие пары 50 стран мира. А если в сравнении, то этот рейтинг начинается от 1000 пар. Поэтому это пары очень высокого класса. В латине это будет просто незабываемое зрелище. Поэтому приглашаю всех, приходите. Открытие сусветного турнира по спортивных бальных танцах «Золотая рысь» отбудется 17 вересня у палаца гульнявых видов спорту. У 14 годин под живый аккомпанемент Гомельского городского эстрадно-духового оркестра. Закрытие 18 вересня у 17 годин у музычном сопровождении городского симфоничного оркестра. До речи, набыть квитки на усе конкурсные и финальные шоу-программы зараз можно у кассах ГЦК, ДК «Фестивальный» и ДК «Костюковка». Ранешние выступления жадают обойдутся у 6 рублей, дённые у 12. Вечерние будут каштовать 13 рублей. Варто отзначить, у дни проведения открытого сусветного турниру по спортивных бальных танцах «Золотая рысь» отбудется розыгрыш каштовных подарунков для глядачов. Вероника Ворошилина, Настасья Кучинская, Максим Славин, телерадиокомпания «Гомель».